А вот на берегу Байкала собрались юные ученые. В деревне Курма прошел образовательный лагерь «Энергия в каждой капле». Школьники со всей страны в течение недели изучали основы гидроэнергетики и создавали собственных роботов. Всего в Иркутскую область приехали 30 команд из 18 городов России. В каждой команде всего 2 человека – тренер и школьник. В таком тандеме они изучали робототехнику и слушали лекции от действующих сотрудников Иркутской ГЭС. Образовательный лагерь «Энергия в каждой капле» организовал N+. Это часть многолетней работы по формированию кадрового резерва. Компания делает ставку на талантливых детей и дает им новые возможности для обучения, как это обозначил основатель российского энергохолдинга Олег Дерипаска. По завершении обучающей программы участники должны были запрограммировать роботов так, чтобы они могли проехать по дороге и отвезти импровизированный груз. Образовательный проект «Энергия в каждой капле» нацелен на то, чтобы школьники от 9 до 16 лет изучали принципы работы ГЭС на примере робототехники. У нас большое количество образовательных проектов, в том числе вот наш проект «Энергия в каждой капле», который уже третий год масштабируется, и уже более 180 образовательных учреждений у нас в этом проекте преподают основы своим ученикам.